началось в 2009 году. Ну как началось? Я упал в горах. Упал сильно, мы готовились к очень серьезному походу, а упал на ровном месте. Километра два падал, в итоге тройные открытые переломы, и то, что я остался жив с такими травмами, это, в общем-то, это здорово, это невероятно, и это меня очень радовало ходу. Тем не менее, внутри было абсолютно ясное чувство, что все хорошо. И когда я уже вернулся в Питер, оно продолжилось и было настолько сильным, что, ну, я говорю, это именно как подарок изнутри шел. И люди, которые приходили, топтались в коридоре, мои друзья, значит, они с сумрачными лицами ждали, чтобы отдать дань, значит, вот такому несчастному инвалиду, который потерян для общества, для всех, вот, ну, что-то там, помахать ручкой. А выходили счастливые, радостные, я видел, что они были счастливые, радостные, они приходили снова уже совсем другие. Для меня это было, ну, не знаю, это ни с чем не сравнимое чувство, что можно, ну, буквально, не знаю, менять людей. Я видел, какие каменные лица приходили, и вдруг им становилось легко, они видели, что тоже это внутреннее чувство, которое все хорошо, все очень-очень хорошо, оно передавалось другим людям. Для меня это было очень ценно. В общем, дальше продолжились чудеса, и протезы, которые, ну, первоначальные мои первые протезы, на которых можно полноценно, красиво ходить, они стоили 500 000. И эти деньги вот просто брикетом мне выдал фактически незнакомый человек, которого я два раза видел. Первый раз, когда я рассказал о себе, второй раз, когда он выдал деньги, все. Поначалу это очень больно. Ходить, начинать, это просто заоблачно больно. Это когда я первый раз дошел на кухне, до кухни, на костылях, вот. Я обливался потом, но был до безобразия последнего счастливый. Я звонил протезисту и спрашиваю, что делать? Ну вообще больно, не могу дотронуться. Он дает простой ответ. Можешь, терпи. Это дало мне огромную свободу. Вот, то есть нет никаких внешних ограничений. Можешь, терпи. То есть только ограничения, насколько можешь терпеть. Дотерпелся до того, что уже буквально через полтора года у меня появилась возможность бегать. Уже буквально, когда я только-только вставал на ноги, сколько, примерно через месяц-полтора, я еще на костылях ходил, мне предложили поснимать свадьбу. Тем не менее, это был первый раз, когда я откинул костыли в ЗАГСе, в азарте, в экстазе азарт, вспомнив о работе любимой. Вот, бросил костыли, начал их снимать. И буквально уже через 3-4 месяца я снимал полноценный корпоратив, и клиентам своим я не говорил, что я на протезах. Опять же, было безумно больно, я обливался потом, сидел на таблетках, но тем не менее я выполнял работу здорового человека вполне. Тем не менее, я ее сделал тогда, это было круто для меня, очень здорово. И буквально уже к лету, то есть через год после травмы, я снимал свадьбы по 10-12 часов. Опять же, это было весьма мучительное занятие, но тем не менее, это полноценный, серьезный рабочий день, который я до конца в осознанном состоянии уже делал. Вот. И сейчас прошло уже сколько? Почти 4 года, 3,5. Я уже 6-й в России по горным лыжам. И очень надеюсь угнаться за паровозом в Сочи. Это почти невероятно, за 2 года тренировок это вообще фантастика, но тем не менее. В начале сезона я встал, по сути, заново, еле-еле спускаюсь с детской горки, а в конце сезона я выступал на чемпионате России в Сочи.
на тех же самых трассах, которых выступают здоровые спортсмены. И, ну, конечно, по скорости мне не догнать было тех спортсменов, которые занимаются этим с детства. Тем не менее, я шестой. Впереди только сборная. Правда, сильно впереди. Стоишь перед стартом, и буквально силы начинают появляться из ниоткуда. Это огромные какие-то невероятные силы, волосы встают дыбом. Вот, глаза большие, дикие, и уже ничего не страшно. Не знаю, это сложно описать словами, но выпрыгиваешь буквально в бездну. Могу о семье своей не рассказать, вот, о своей любимой жене, которой я познакомился в библиотеке. Это, ну, правда, там иногда знакомятся. Когда со мной все случилось, опять же, она просто пришла ко мне в больницу, и мы остались, надеюсь, навсегда, насколько это возможно. И поныне, и сейчас у нас родилась дочка. Ей уже 4 месяца. А, я бородатый, да? Это плохо? Хорошо. Это хорошо. А, структура. В общем-то, обычному даже фотографу бывает весьма трудно. Я видел, как видеооператор падает в обморок. Ну, от перегрузки, потому что работа бывает очень тяжелая.